Всем привет, ребята, меня зовут Тристан, и у меня к вам вопросик. Вы знаете, кто такая Даша Боровик? Так вот, мы будем делать реакцию на нее через YouTube. И, ребятки, если вы родом из России, я вам посоветую скачать... Всем привет, ребята, меня зовут Даша, и сегодня... чтобы вы могли продолжать смотреть своих любимых ютуберов. Я вам сразу заявляю, то, что появилось новое видео, Даша Боровик стала мэром в Roblox. Советую вам посмотреть. А сейчас мы делаем реакцию на «Падаю в башне». Ада в Roblox! Начинаем. Вы моя семья, Начинаем, ребятки. Здорово! Я надеюсь, вы на меня не обидитесь, что я к вам без штанов. Просто на улице плюс 40! Очень жарко! Ну, конечно, жарко. В таких сейчас временах, сейчас же еще лето. Жарко! Ребята, я хочу зажечь эти свечки вместе с вами и обжечь... Погодите, еще раз. Я надеюсь, вы на меня не обидитесь, что я к вам без штанов. Просто на улице плюс 40! Очень жарко! Ребята, я хочу зажечь эти свечки вместе с вами и обжечь себе все пальцы! Ладно, давайте начнем с ноликов. Ну да, она еще так клоунится. Она еще так клоун. Что? Надеюсь, я не спалю сейчас всю квартиру. А я хоть на запись-то нажала? Да. Слава богу. Да, ну, вы уже поняли! Я надеюсь, что я правильное количество ноликов тут поставила. В общем, нас с вами миллион на Так, миллион получается. Должно быть 6 ноликов. 4 нолика вперед, а 2 сзади. Все правильно. Это была моя детская мечта. Это просто что-то, я не знаю, когда у меня аж трясутся руки. Когда на ютубе появилась Катя Клэп, Макс Плюс 100-500, я смотрела их и думала: боже, я хочу так же. И вот оно у меня есть. У меня есть своя армия подписчиков. Я же начну плакать, как свинья. У нас тоже есть своя. Так, ребята, это какой-то... Короче, у нас есть тоже такая армия с моим братом, но у нас меньше подписчиков. Наша первая цель — это иметь 100 тысяч подписчиков. Поэтому, если вы зрители не подписаны на наш канал, влепите лайк. И, кстати, ребятки, рассказываю. Мы один раз с моим братом посмотрели статистику и поняли... то, что больше процентов людей, которые смотрят наши ролики, из США, Соединенные Штаты Америки. Потом у нас идет Филиппины. После Филиппины что будет? А да ладно, продолжаем. Стоп! Куда потух раньше времени? Реально потух раньше времени. Спасибо каждому из вас, кто смотрит мои видео, кто комментирует их, кто лайкает их, кто их ждет. И вообще, за то, что вы здесь со мной. Вы моя семья, вы моя поддержка. Потому что если бы не вы, моя последняя нервная клетка бы уже давным-давно сдалась. Поэтому... Сдалась в смысле, типа, сдаюсь или взорвалась, типа... Ну ладно. Я зажигаю, задуваю эти свечки. Знак любви к вам. Спасибо. Спасибо. Вам. Как красиво, тухнет. А еще, ребят, вот сейчас будет вообще, сейчас свечки только уберем, чтобы без глаз не остаться. У меня просто всегда мечта была лицом в торт окунуть. Вау. Только это, парик сними, а то это, ты его потом выкинешь, хорошо? Хорошо. Сейчас вернусь. Я готова. Мы с вами уже люди родные, поэтому давайте. Ничего себе кринж она делает. Я сниму парик. Да, это парик. Просто потому что если я испачку парик, я его потом просто выкину. Я его не отстираю. А своего... Я вообще раньше не знал то, что это парик. Я думала, что это у нее реально такие волосы. Волосы отстирать можно. Так что 3, 2, 1.
я ржу как лошадь. 100%. Кажется, крем прокис. Если я сегодня не слезу с унитаза, оно того стоило. Ты чего делаешь-то? Ешь как свинья. Ладно, я не буду ее обзывать. Я так люблю вас. И в честь этого события я решил наконец-то поиграть в Роблокс, потому что вы... А почему ты не кинул торт в камеру, а? Ничего не понял. Не знаю почему. Уже задолбались ждать, наверное. Пойду умоюсь и, значит, вернусь к вам. Будем играть в Роблокс. Все. Я... Окей. Пошла умываться. Мне кажется, я уже забыл, как это делается. Как снимать видео и как играть в Roblox. А как играть в Roblox в башню ада, я, в принципе, даже и не знала, как это делается, потому что я не могу там пройти ни одного уровня. Я вот... А я постоянно падаю, несмотря на то, что я профессионал в Роблоксе. Знаете, берегла эту игру, как у Христа за пазухой. Я хотела снять этот кринж на миллион. Приготовьтесь обоссаться. Крыж на миллион, значит. А почему у меня не миллион подписчиков? Жаль. От смеха, потому что вы еще ни разу в своей жизни не видели человека, который бы настолько сильно не умел играть в башню ада. 100%. Блин, тут осталось 2 минуты до окончания. Можно подумать... Ну, конечно, ты же поздно пришла. Если бы там было больше бы времени, я бы прошла хотя бы один уровень. Я вас умоляю. О, боже. Вряд ли. Ненавижу с самого начала уже так сложно, потому что тут... Я только... А я ненавижу эти двигающиеся формы, которые это ускорители, вот эти вот, знаете, я тоже знаю. Хотел сказать, смотрите, ребята, у меня получается. Так сложно в том плане, что здесь движущиеся платформы, я не умею их проходить. Да, и это я ненавижу. Дит, мне кажется, это просто unreal. Тем более, смотрите, у нас осталось 13 секунд. Рано радуйся, моя хорошая. Слава богу, что кто-то добавил времени прямо в последние секунды. О, кто-то продлил время, супер. Какой-то богач продлил нам время, чтобы мы с вами еще... Он просто у него просто миллиард, миллион. У него триллиард. Немножечко помучились на этом первом уровне. Мне, кстати, надо задонатить немножечко в Roblox для того, чтобы... Ну, зачем же ты так... Что это было? Она прыгаешь! Донатить надо в Roblox, чтобы купить себе какой-нибудь новый костюм, потому что вот эта пижамная вечеринка моя, она меня уже достала. Хочется чего-то новенького. Так, ну вот тут все про... Нет, я пошутила, подождите, не просто. Я зачем-то очень много тыкаю пробел, типа, знаете, вот так. Погодите, ребятки. Вы меня слышите, ребята? Алло! Алло, вы меня слышите? Надеюсь, вы меня слышите. Ну, а мы продолжаем. Блин, я думала, это просто типа кубики, и они не крутятся, а они крутятся. Ну, конечно. Если... Ну, конечно же. Это же башня ада. А значит, создатели этой игры родом из ада. Шутки от Тристана, Чек. Я сегодня в этом видео пройду первый уровень. Хотя бы в одном из раундов у меня случится инфаркт. Один, два, да я сам три, надеюсь. Четыре. Нет, один. Ну, конечно, она так хорош, что я начинаю ржать, ребята. Два, три, четыре. Вы уверены, что... Она как обезьяна, ребятки. Вы хотите, чтобы я играла именно в башню ады? Да. Ребята. Что-то я сверху шарахнулась. А что там было? Шарахнулась. Понятно, я не пройду первый уровень. Семь, восемь. Ты не ори так. Башни ада. Все, буду хвалиться. Можно уже... Не ори как овца. Считай себя профессионалом в Роблоксе. Вот будет обидно, если я сейчас... Нет, нельзя, если ты пройдешь всю башню, то тогда можно. А так нет. Но если я пройду до третьего уровня, ребят. Ага. Давай, бей!
было? Я не успела почувствовать это вкус победы первого уровня. Раз, два, ты не босс. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Есть богачи в этом раунде? Продлите время кто-нибудь. Да, надеюсь. Я хочу допрыгать. Так, ну давай, Даш, не подведи ее. Ну! Да ну нафиг, как она назад еще ехала! Ну конечно, она всегда так едет. И вообще, что ты что-то там делаешь? У вас есть 8 минут. Вот я ненавижу вот эти вот малюсенькие штучки. Я тоже это ненавижу. Это тоже проходил. Я сам не могу. Да я что, похожа на человека, который умеет играть в паркур? Нет. Получилось, наконец-то. Теперь ты самое главное здесь не шлепнуться. Челик, квас, ты будешь прыгать. Если я сейчас за него упаду, я разобью компьютер. А я взломаю. Квас, живи! Квас, живи, ты не сдохнешь. Да ещё тогда, почему я мимо прыгаю? Окей, попытка 500. Блин, когда ты уже прыгаешь? Ой, блин. Что ты там делаешь? Я не могу, блин. Ланубит, я не могу первый уровень пройти. Пошла в про. Смешная. Прикиньте, сейчас в про с первого раза первый уровень пройду. Ну, конечно, это было смешно, да? Ну, мы сразу знали, что ничего не будет. Если бы это случилось, это было бы что-то из разряда просто какой-то фантастики. Здесь Клеопатрочка на 102 уровне. Чтобы вы понимали, я на нулевом. Хороший, ничего не вижу. Да как так-то, ёпта? Ладно, кого мы обманываем? Пошлите обратно в башню для нубов. Ясно, сейчас проиграем через три. Басина. Если я сейчас там прыгаю, ребят, я вообще обоссусь тут просто, обоссусь. Captain Yulanoi, Spindrift Knight, Knights of Favonius, Reconnaissance. I extend to you my greetings. Кажется, мне нужно играть с закрытым ртом. Через три. Если я сейчас допрыгаю, ребят, я вообще обоссусь тут просто, обоссусь. Короче. Кажется, мне нужно играть с закрытым ртом. Походу. А что тут надо делать? А как? Я что, похож на человека, который знает как? Как там перепрыгнуть-то вот то? Ты чё, матерей? План, которого я должна придерживаться. Я вообще не понимаю, как это сделать. Надо как-то прыгнуть вот. Блин, у меня почти получилось. Нет, или мне показалось? Слушайте, выглядит достаточно просто. Соседи сейчас вызовут полицию. Полиция Роблокса! Вы арестованы за то, что не умеете играть в башню Ада! Я так ору с ваших скинов иной раз. Вы посмотрите, твоя подписчица. Ой, наконец-то! Что-то простое, вот реально для нубов. Спасибо вам. Мои молитвы услышаны. Наконец-то какой-то уровень, который, возможно, я даже смогу пройти. Хочется в это верить. Как говорится... Когда ты разговариваешь с Богом, это молитва. А когда Бог разговаривает с тобой, это шизофрения! Шизофрения! Вот. Погнали дальше. Я не упал. Что? Мы добрались. Я боюсь, что... Не допрыгнешь. Да как она это сделала?
Ну блин, А почему мне показывает 8 минут? Можно не продлевать, в принципе. Я молюсь Богом, почему ты так громко дышишь? Я все равно не смогу это пройти. Это даже выглядит страшно. Давай. Я же сказала. Надо заесть этот стресс. Судя по тому, как все активно оттуда падают, я упаду примерно с такой же скоростью. Ты попкорн ешь! Я тоже хочу, дай мне один. Скоростью. Нет, смотрите, вообще нормально прыгаю. Пока что. Сейчас накаркаю, подождите. Оп. Почти профессионалка. Блин, это так оружие. Соседи, наверное, вообще в ахере просто. Думаю, что здесь кого-то убивают, наверное. Мою последнюю нервную клетку! Таш, пожалуйста, это очень простой. Пожалуйста, справься. Если ты с ним справишься, я сегодня тебе что-нибудь куплю вкусненькое, как мама в детстве, когда сводила тебя к зубному, и такая говорит, вот, если плакать не будешь, я тебе потом куплю что-нибудь вкусненькое. Но это не обман, это реальность. Видела! А куда ты смотрела, моя хорошая? Шары свои выкатила на попкорн. Кто вообще жрет, когда записывает видео? Я? И что вы мне сделаете? Давай. Боже мой, ну подписчикам уже стыдно за тебя! Ты вот ни одну игру прошла нормально, вот серьезно! Реально. Иди выйди, пожалуйста. Я уже даже не буду пытаться. Смотрите, даже здесь интернет-эксплойер лагает. Или подождите, а что если сейчас на ваших глазах произошел секос в роботе? Он за мной бегает! Мое любимое, все двигается, обожаю. Смотрите-ка, а я вообще-то неплохо справляюсь. Смотрите, докуда я допрыгнул. Я уже это видео снимаю, 18 минут, ребята, вы это понимаете? Одна осталась. Прикол. Дайте квадраты. Вы серьезно? Можно я вообще никак не буду это? Я посинела. Если я сейчас еще второй пройду, ребята, это будет что-то с чем-то. Почему ты засинела? Я буду очень сильно шокирована. А что тут? Куда тут? Ой, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы влепили ему лайк внизу, оставили комментарии с поздравлениями. Во-первых, приготовьтесь описываться. В честь миллиона, в честь того, что вы на меня подписались. Я вас всех очень сильно люблю. На двоих из вас буду любить сильнее. Я разыгрываю две книжки. И еще бокс со сладостями, просто я их еще не купила. Вру, на самом деле, я их уже съела, шучу. Будет два бокса. Бокс для девочек. Здесь книжка с Gravity Falls. Пожалуйста, не смотрите мой маникюр. У меня через полчаса будет запись, я исправлю этот сюр на своих руках. Второй бокс будет для мальчиков, там будет книжка по Майнкрафту и тоже сладости. Вам нужно просто быть подписаны на мой канал, поставить большой палец вверх этому видео и написать внизу какую-нибудь поздравляшку с миллионом подписчиков, потому что, ёлки-моталки, мы с вами такая огромная семья стали. Я всех вас очень сильно люблю. Я, конечно, не буду вам обещать о том, что, ребята, увидимся совсем скоро. Вы знаете меня, я могу пропасть на месяц, на год, на 10, а потом как перечно вернуться.
Но за это, я думаю, вы, я думаю, вы меня и уважаете. Всех вас люблю, всем пока! Ну что, ребятки, пришло и мое время попрощаться с вами. Ну что, ребятки, с вами был Тристан. Влепите в это видео лайк за то, что я сделал реакцию. Скоро я сделаю реакцию на новое видео Даша Боровик. И если вы сильно ждете, то подпишитесь на этот канал. Если вы не подписаны, влепите большой палец вверх. И напишите, и ответьте мне на вопрос, с какой вы страны? Я обязательно прочту. Ну а с вами был я, меня зовут Тристан. Всем пока!